и смешно. Прямая речь. Десятилетний президент Владимир Путин поздравил россиянок с международным женским днем. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих городах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом. Самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами. Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине.